Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, в принципе, в прошлом эпизоде мы прокачивали покемонов. Ну, ребята, решил я все-таки как бы обустроить этот город. Я буду строить тут иногда вот домишки какие-то. Буду, может, еще магазины строить, может, стену построю, может, еще что-то построю. Просто для того, чтобы иногда... и другим заняться, не только ловить покемонов. Не, ну в принципе ловить покемонов, да, это нужно как бы прокачивать, но это как бы будет дополнительно, что мы будем там иногда строить домы, иногда еще что-то будем строить. Но сейчас я вот начал строить тут небольшой такой домик, у нас будет двухэтажный. Ну в принципе потом мы его построим, потом я его буду строить. А сейчас давайте все-таки мы пойдем куда-то. Куда-то мы пойдем, да. Вот, кстати, я уже кирку себе зачаровал еще. Это, наверное, я сейчас все-таки складу сундуки, потом возьму, если что. Вот это и вот это. И вот так, да. А сейчас мы пойдем прокачивать покемонов. И кого бы нам прокачать? А ну сейчас, я только... Нет, War Turtle еще один уровень остался, поэтому пойдем мы его сразу же прокачаем. Один уровень, и пойдем мы его качать куда-то вот сюда. Вот так вот. Если какой-то покемон босс попадется, или может кто-то еще. Так, тут у нас будет кто-то или нет? А, точно, мы же Багона еще словили, еще его можно будет прокачивать. А сейчас, о, тут куча покемонов всяких. Если, конечно... Ух ты, я же забыл похилиться, твою же мать. Ну, в принципе, у нас есть Генгар. Сейчас мы попытаемся ним, как бы, с помощью Генгара что-то сделать. Если тут, конечно, в принципе, будут какие-то нормальные покемоны. Не только... О, вот. Более-менее такой высокий уровень. Твою же. Вот там. Да не ты, ух. Ну, ты не тут, тоже небольшой уровень. А ну, вот, ты нормальный. Сейчас мы тебя убьем. Так, идем мы домой. С Мьюту будет побыстрее, мне так кажется. Ну, так оно и есть, как бы. Идем мы быстренько вылечимся. Кто там у нас? Пикачу, да? Ну? Так. Пойдем мы куда-то... Куда-то вот сюда, может. Ну, ой. Так, давайте... мат... Нет, или не маткип. Ну, да, пускай будет он. Может, в принципе, опять заспавнится. О, покемон босс, отлично, бежим туда, если успеем. Так, сейчас тут пробегаем. О, кстати, можно действительно еще и фосил потом пойти поискать. У нас уже 4... Да твою же мать, ты что, издеваешься, пропал покемон босс, пока я к нему бежал. Ух, твою ж. Фосил можно будет поискать, так как это, в принципе, фосил, да. Сколько там еще нам покемонов осталось, фосил, фиг его знает. Нет, этого мы точно не словим, это летающий.
Мы бы и так его, наверное, не догнали. Ну, хотя я думаю, догнали бы, но как бы у нас вот сейчас нет летающего покемона. Идем туда, на наш остров, где, в принципе, мы всегда и качаемся. Там и куча всяких покемонов, и... И большие уровни, да. Так, сейчас мы... Вот, 40-й уровень, нифига себе, да. Так, ты 32-й. Или какой ты там... Вот. Офигенно, ребята, наш Сквиртл эволюционирует. У, Вартортл, да. Ну? Давай, давай, давай. Отлично. Бластойз. Офигенный покемон. Ух, уже темно сейчас будет. Так, ты нет. Ты тоже нет. Ты какой там, 36-й? О, этот будет нормально. Если у него, конечно, не один покемон или не два. Так, уровни, я думаю, то... Нет, три покемона, но, в принципе, нормально. Так. Вот так вот. Или сейчас, секундочку. Вот так, вот так, вот так. Сейчас. Так, сейчас. Мы будем Драгонейра качать. 28 уровень, тоже нормально, иди сюда. Так, Сикинг. Сикин у нас есть. А, отлично. Сейчас. Вы какие тут уровни? Нет, вот тебя можно убить? Ты там какой? А что-то... Сейчас. Вот там еще большой уровень. Вот этот должен быть, в принципе. Да, это тоже большой. И этот. О, отлично. Двибл эволюционирует. Отлично. Ух ты, ни хрена себе, это что такое? Крастл. Охренеть. Большой покемон. О, еще там один Сквиртл. Такие прикольные, что так и хочется его словить, но нет смысла. Так, Куманай, 38 уровень. О, ты 37. Так. Вартортл, убиваем его. Лапрас. Сквиртл, еще один. Ну, отлично, нормально так уровни опыта мы на нем прокачали. Оманай 39, и как бы уже почти он уже прокачался. Сейчас, может, тут еще какие-нибудь будут большие уровни. Вот тебя можно убить еще. Там, там тутудайл. Мать твою. Да ты че, издеваешься? Тотодайл был в бою с Двиблом, Двибл его убил, и Тотодайл пропал. Да.
Ух, нужно бы Мьюту идти вылечить. Там еще один тут ударил. И мне показалось. Да нет, я его видел, но я не знаю, где он. Да не... Ах ты ж... Тут ударил. Или мне показалось... Да нет, как нафиг это могло показаться? Но я там видел тут ударила, но я... Но я фиг его знает... Да где он? Тут ударил. Вот он. Да, ну не, я хрен его знает где, но в принципе как бы показало его, да, но потом он как-то сразу так испарился или... Ух, отлично, если мы его сейчас словим. То-то да, офигенно. Давай ловись. В принципе, у меня есть мастербол, и я и могу его на тебя использовать, но только тогда, когда кончится ультрабол, если они кончатся. Но я думаю, что... Фиг его знает. Отлично, словили мы Тотодайла. Офигенно, ребята. Давайте, давайте, пару... Новый покемон, отличный его покемон, эволюция Бластой забыла, эволюция Двибла, ну как бы пару новых эволюций, да. А, у меня есть еще на примере парочку покемонов, которых можно будет словить. Так, ты чё, ладно, давайте мы еще немножко Мью прокачаем, Мьюту. Так, Омонайт. Ну, я надеюсь, ты на 40 уровне прокачаешься. Как бы эволюционируешь, да? Ух, 37-й. Сейчас, давайте. Давай. Давай, Генгар. Ну, не так уж, конечно, сильно, как Мьюту, но это понятно, Генгар и Мьюту, да, но Генгар и так очень сильный. Так, убили мы Бластойза, и наш Омонайт эволюционирует. Отлично, ребята. 40 уровень. Так, давай, давай, давай. Омастар. Офигенно. Так, это что такое? Что это? О, да-да-да, ну нафиг, там еще один тот ударил. Ну не буду я его ловить, и там еще один тот ударил. А, ладно. Идем мы домой, ребята. Где наш дом? Карта большая, вот он тут. Идем и поспим, может. Или вылечим сначала наших покемонов. Так. Сейчас ставим в компьютер. Ну, я не знаю, есть ли у Красла эволюции, но не знаю. Потом, если что, его прокачаем, если будут у него эволюции, как бы. Если есть у него эволюции. Ух ты, у нас уже вторая ячейка пошла, ребята. И сейчас мы берем... Доджинролла, Рогинролла и Манчлакс, и Литвик. И поставим мы на первое место Мьюту, на второе Генгара. Вот так, вот так, вот так, и вот так. Отлично, ребята. Так, сейчас мы будем прокачивать вот этих покемонов. Давайте я вот только хочу попробовать. Сейчас я только на Манчлаксе хочу попробовать одну штуку. Манчлакс. Манчлакс.
Ну убей ты его уже. Ух ты ж. Ладно, давайте Генгаром. Так, и есть ли у Манчлакса? Нет, нет у него счастья, как бы. Ладно, потом разберемся. Давайте возьмем Абуру, пока что нет. Давайте возьмем Багона, да, Багона. Ребят, давайте на этом все-таки закончим этот эпизод. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.